Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, мне очень приятно присутствовать в этом городе, в этой аудитории и выступать после столь блистательного доклада Светланы Анатольевны. И мы бы хотели поделиться своим опытом лечения пациента в рамках программы широкого доступа, о которой Светлана Анатольевна сегодня рассказывала. Пациент 1947 года рождения, с меланомой кожи правой околоушной области. В марте 2011 года было выполнено хирургическое лечение по поводу первичной меланомы. Далее пациент наблюдался, и в июле 2011 года было выявлено прогрессирование болезни в виде появления метастазов в лимфатические узлы шеи справа. Также пациент подвергся хирургическому лечению в 2011 году и далее получал адъювантную терапию интерферонами в течение нескольких месяцев. Следующее прогрессирование заболевания наблюдалось у него в январе 2012 года, когда выявились метастазы в печень. Других проявлений болезни на тот момент не было. Пациент с этими проявлениями болезни обратился к нам. На тот момент у нас шло исследование программы широкого доступа, и пациенту было предложено участие в данной программе. По данным лаборатории была выявлена BRAF-мутация, и на данном слайде мы видим компьютерные томограммы пациента до начала терапии веморафенибом, февраль 2012 года. Мы видим несколько метастазов в печени разных размеров. И с 15 февраля 2012 года была начата терапия веморафенибом в дозе 960 мг 2 раза в сутки. В апреле 2012 года, через 2 месяца, у пациента был достигнут частичный ответ. Мы видим на данном слайде уменьшение в размерах всех метастатических очагов. И суммарно это составило, уменьшение составило более чем 30% от исходных размеров. Дальше пациент продолжал прием веморафениба, и длительность подтвержденного частичного ответа сохранялась у него в течение 19 месяцев, когда в сентябре 2013 года было выявлено первое прогрессирование заболевания. Причем прогрессирование заболевания было выявлено лишь в виде роста одного из метастазов на 25%. Как мы видим, данные компьютерной томограммы подтверждают, что один из метастазов увеличился, все остальные продолжают отсутствовать. И после обсуждения с медицинским монитором исследования терапия веморафенибом была продолжена в интересах пациента. В январе 2014 года у пациента случилось второе прогрессирование болезни на фоне терапии веморафенибом. Также продолжился рост одного метастаза уже на 35% от минимальных размеров. Но все равно эти размеры были меньше, чем те размеры, с которыми исходно пациент к нам пришел. И пациенту было предложено проведение локального лечения в виде радиочастотной термоабляции, и терапия веморафенибом также была продолжена дальше, после подтверждения и одобрения центральной командой. В мае 2014 года мы видим уже третье прогрессирование болезни на фоне терапии веморафенибом. Продолжает расти данное образование в печени, и пациенту предложено хирургическое лечение, поскольку других проявлений болезни на данный момент у пациента нет. Пациенту выполняется 23 мая операция в объеме резекции 2-3 сегментов печени, и терапия веморафенибом продолжается. В сентябре 2014 года мы видим уже четвертое прогрессирование болезни на фоне терапии веморафенибом в виде появления уже других метастазов в печени, в оставшейся части печени. И в этот момент в интересах пациента мы уже отменяем терапию веморафенибом и предлагаем ему лекарственное лечение по схеме паклитаксела с карбоплатином, который пациент в настоящее время получает.
Таким образом, мы видим, что индивидуализация лекарственного лечения дает шанс на сегодняшний день из перевода такой острой болезни в более хроническую. И с использованием веморафениба у данного пациента срок от момента постановки диагноза метастатическая меланома до сегодняшнего дня составил 33 месяца. И пациент в настоящее время продолжает лечение, продолжает жить, и качество жизни его при этом не страдает. Благодарю за внимание.